Здравствуйте, друзья. Вот два похожих, но разных ножа сделал. Сейчас покажу, расскажу. На клинках стоит мозаичный дамаск от Матвеева. Вот такой. И шпенек. Тоже он пруток взял, я токарю заказал. Раз, вот два. Здесь карбон хаотичный, золотой. Подставка G10 тонкая, 1 мм, и перетяни медная. Здесь должен был быть торцевой дамаск, но торцевой дамаск, когда пришел, он не соответствовал по размерам. Он маленький был. Пришлось обойтись этим. Делал текстуру и чернее. Почему чернее? Потому что медь все равно он темнеет, патиной покрывается. Поэтому сделал сразу чернее, чтобы такого не было. Клипсы. Вот этого чуть длиннее и прогибы внутренний больше, чем у вот этого. Вес здесь 325 грамм, здесь 335 грамм, 10 грамм разницы. А почему? Потому что здесь обух 6,1 мм, а вот здесь 5,1 мм. Я не мог их зашлифовать, ну я на гриндере шлифую, вот это от 6 до 5,1 давил, а это от 7 до 6,1 давил. И лента порвалась, грубая, больше не смог делать и не продолжал мелькими. Вот так. Здесь у них еще кромка почти одинаковая. Вот этого может быть чуток покороче, чем у этого. Видите, расстояние от этой части. Ну это же ведь все руками делается. А не машиной. Вот такие ножи, два ножа. Свел где-то 0,2-0,3 мм. У вот второго клинка, вот здесь, чуть больше оставил. Мало ли что, я не знаю, застраховался. Но здесь по всей длине почти 0,2 мм идет. Здесь уже поточен, режет он хорошо. Бреет, поверьте на слово, мне нечем доказать, что-то сделать или тестировать. Вот такие ножи. Вот стоит УПТ. И вот второй тоже. Вот так. Вот. Первый нож чуть глубже садится, а вот второй нет. Вот шпенек ближе к рукояти. Лучше было бы как на этом. Здесь иногда инерционно открывать так хорошо не получается. Мешает лайнера накладки. Вот. Вот здесь легко получается. Вот так, друзья. Спасибо всем. Пока.